Так, всем привет. Вас приветствует Saint Radio. Сегодня у нас в гостях еще пару людей набралось. Всего лишь два, конечно. По именам не помню, как уже говорилось ранее. За сколько выпусков подряд, столько друзей, и всех не запоминаю. Некоторые обижаются, некоторые не знаю. Вот. И решили как бы немного проехать, а в честь того, что я купил себе новый комп, хочу попробовать сейчас записать видео с 60 FPS и 1080p. Ну и перво-наперво, пацаны, здравствуйте. Так, ну пацаны походу молчат там. Концентрируемся. С людьми поздоровайтесь, невежда. Всем привет. Всем привет. Это... Средняя Сибирь. Да-да. Так, ну я тут езжу сейчас на Хонде, короче, вот только что ее сделал, я даже ее не пробовал, как она, блять, ездит. Хорош, хорош. Я веду, пацаны. Да, кошмар, короче, такое происходит. Хонда старенькая Муген, короче, и я ее вот буквально 5 минут назад сделал, даже не пробовал, как она едет. Спасибо, дружище, спасибо. Ой-ой-ой, что-то подкидывает нехило. Отвечаю, кто-то едет сзади меня, не может быть такого. Кто-то, наверное, не стартовал, мне так кажется. Да, бывает. Там что-то ламборджини. Я пока отстаиваю нашу честь. Блять! Не резон, что ли, было подождать, ублюдок? Чё, Пётр, как потихонечку? Получается? Нормально вроде. С каждой гонкой будет лучше. Обещаешь? Капец, тут стрелку положил. Пацаны, как вид-то меняется здесь вообще? Возможно, на бэк. Селект. А, да, на куре. О, хорошо, пятая передача, нормально. Едем. Да, что-то слабовастенькая какая-то хондочка. Муген. Да-да. Что-то я неправильно заделал. В Ламборджини не могу догнать. Что-то Каунтач, по-моему, я думал Диабло. Какой? Да, это Каунтач. Надо на S пересаживаться, там скорости чуть-чуть другие. Так я поэтому на A сижу. Я уж слишком старый для таких скоростей. Мне уже надо на шахматы знаешь... переходить. Да брось. Ты знаешь, там они в повороты входят примерно на такой же скорости, как и A-класс. Только они разгоняются чуть быстрее, с поворота чуть-чуть по-другому выходят. Надо контролировать, а то колеса прокручиваются постоянно. Не, ну у меня трекшн, мне так-то по барабану, что там прокручивается. Но ты вот с этим трекшн теряешь время.
Без него ты быстрее едешь. А я не это самое, не торопливый, скажем так. Я на лидерборд забил давно уже, поэтому... Мне хватает, так знаешь. Я вон сейчас спокойно себе на какой-то Хонде третьем еду и... Если честно, я тоже так люблю. Я лучше хорошо побайговать с кем-нибудь, знаешь, чем там прям первым ехать там. Первым неинтересно. Да, вот еду один сейчас, ну. А на чем ты там, кстати, едешь? F50. Ага. Я ее люблю, потому что на ней просто ездить. Сильно рулем работать не надо. Блин. Ой, дура, блядь. Ёбаная тварь, сука. Че, сбили, да? Да сбил, я его обогнал, он меня сбил, думаю, геморрой, блядь, ебаный. Иной раз хорошие игроки встречаются. Обгоняют правильно, уступают. Его мотало, я его еле как, блядь, обрубил, он мне потом дал нахуй на маневре прям под нос, блядь. На полном ходу, торопливость. Да если такие, если даже собьют, знаешь, не специально, они подождут. Типа меня такие, короче. Ни одного круга нормально не проехал, блин, за этой конченой Ламборджини, блин. Конечно, ни о чем, даже десятку не выбил, блин. Так, ну да ладно, сейчас посмотрим, что там за другая трасса будет. Я, может быть, 2.12 тут самое лучшее делал. Придурки. Потому что у тебя неправильные пчелы. Они делают неправильный мед. Да. Я понял. Прикольно приезжаешь на машине, такие куски резины прилипли. Ну вообще прикольно сделано, блин. Сейчас он на финише решил, короче, крутануться, понял? Такой захожу на финишную линию, короче, это самое... в крутящемся режиме, и мне это Ламборджини на, короче, меня как давай там вертеть. А так у меня еще Lexus LFA есть, он тоже красивый, конечно, пипец. Так поставь, да поехали. А сейчас посмотрю, что за трасса будет. Что берем? Стрелки берем, прикольная машина. То есть трасса. Так, я буду машину выбирать быстренько. Да сейчас подожди, может какая-нибудь шляпа будет. Топ гир. Ну ладно, успокойся. Не надо. Сейчас какая-нибудь, наверное, да. Альпы вонючие будут. Чё, за чё, за рандом голосуем или чё, чё? Да-да-да, разумеется. О, Альпы, естественно. Кстати, можешь на этой Феррари оставаться. Да, ты прав. Да у меня как бы выбор не богатый все равно. Чтоб все повышли. Бедурки.
Сейчас тоже велосипед. Бери, вот, да. Я то хотел сказать, Димон, бери чем хорошее, чтоб мы с тобой вдвоем померяемся сейчас. Писями, блядь. Ну чё, я просто... Помериться? О, ты вайпер взял, он нам против, наверное, него шансов нету. На альпах никто вайпера не берет 99-го. Третьего берут, 99-го не трогают. Прикольная, кстати, машина. Я тоже вот 08 вот этот мне. Ну да. Нравится. Тоже он у меня есть. А тут на 99-м вообще, по-моему, никто не ездит. Я такой любитель, знаете, машины, на которых никто не катает. Редко, да, он попадается, редко. Сейчас посмотрим, как он в затяжных поворотах. Держит, нет? Да, поворот это как бы не самое страшное в этой игре. Страшно эти тролли, не, которые вот, за тобой едут в поворотах. Для Феррари, для вот моей, вот самое оптимально вот эти затяжные повороты. Андрюха улетел. Андрюха, это ты, да, первый? Да. Это у тебя такая желтая с черным, да, украшенная? Да, 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 и Димон уже поехал. Ой-ой-ой, да что ж такое-то, ёшкин кот. Давай, вылазь, вылазь, вылазь. Это что, синий? Вайпер, конечно, красивый, блин, тоже. Чё ты меня догнал в этих поворотах? Тут на КТМ, наверное, рекорды ломать, да? Да-да, но тут почти на всех трассах на КТМ. Как раз тут максимальная скорость его, например, на 230. Тут поворот, блин, вошел, капец.
Так, я не понял, что 4 круга, я что, стандартный, что ли? Там. Ну ты на А, наверное, да, сделал? Нормально на А. Не-не, я нажал присоединиться, меня подкинуло, я думал, тебе подкинет, короче, оказывается, вот это был в меню, и меня подкинуло кому-то другому. Че, Петр, как? Ну, предпоследний, но не последний. Ты ориентируйся по этим стрелкам. Если красный, значит тормози. Желтенький. Да у меня, блядь, это же херня работает. Я вообще могу ничего не делать. На автотормоз работает. Человек ездит на переключалке ручки, блядь. Со сцеплением на автотормозе. Охереть, хардкорщик. То я? Ага. Не, я-то без сцепления, я просто на ручку. Я вот осенью все-таки возьму руль себе. Я решил. У нас продается, он стоит, кстати, как геймпад у нас вообще, там чуть подороже. Кого? 300 евро? Не, ну это какой-то крутой, наверное. Trustmaster TX. Надо посмотреть, какой у нас подъем. Да Феррари, который что ли? Феррари у нас продают. Да-да, 458, да-да. Копия руля. Ну да, он, конечно, прикольный. Он по новому принципам собран мотор. Там новые брашлес моторчики стоят. В общем, он шикарный. Там, например, руль надо крепко держать. Если, например, машину занесет, то руль так сработает, что может руки вывернуть. Опасно, надо сразу в больнице его подключать. Но там настрои куйма. Будь здоров. Нет, я так кашлянулся. Я думал, ты чё? Да я уж сам тут не понял, что, блядь, это было. Сейчас пытаюсь чистый круг проехать, блин. Блять. Капец. Проехал. Я вот эту свою Феррари на Аква сам настраивал. Тойота настраивает эту жабу. Все равно. Я не знаю, что там можно сделать не так на этой Феррари. Много чё? Будешь тормозить, будет жопу заносить или еще что-нибудь. Я ее так сделал, она вообще у меня натуральная. Как Ford Focus. Мой драйватар дебил. Ей тут по стенке. А, да, есть такие. Просто тупо по стенке, короче, едет идиот, блин. Ну так-то я далеко ушел от этого ландуха. Ганна не последний. Да. Что начинали в девятером гонку или восьмером, блядь, осталось 5 человек. Да возьми этот автотормоз, отключи, не парься. Ну я сейчас вообще. Да как минимум секунд 10 он тебе стоит. Когда-нибудь надо начинать потихонечку.
А мне этот тип, короче, догонял пару раз, в жопу мне даст, короче, улетит куда-нибудь, блядь, опять догонит, опять мне в жопу въедет, короче. Какой вообще. Вот. Такой смешной. А, ну ты не смог да. Чистый круг проехать, да, Дим? Не-не, я там зеркалом цепанулся, короче, пипец. А видно. Ни время не поставил, ни чистый круг не проехал. Лучше урод Америку взять, блин. Что не, будем я сейчас... брать? Прагу или что? Рот Америку возьму. Так, я другую машину давай возьму. Давай так. Какую-нибудь. Так, где этот автотормоз? Отображение траектории движения, только торможение. Выключи. Не-не-не, да, это, короче... Тормоз... Так, торможение. Там АБС, по-моему, вот это вот херня. АБС включено, да, надо поставить? Да-да, поставь так. Ничего. Ну да ладно. Пробуем, ну. 5-6, а, в шестером. Я Ламборгини возьму. Я БСВ. Полетит. Ну, мне в Хорайзене вообще понравился этот Макларен P1. Капец, он дорогу держит, как бы нормально. Я на Ситроене покатаюсь. На Ситроене? На каком? На тут он один, по-моему. Флаг это... А мы типа французский флаг, что ли? Видали? В смысле, где? Да там, на картинке профиля был флаг. Это какой там? А, вертикальная полоса. Синяя, белая, красная. Это французский немон, наверное, или бельгийский. Сейчас. Сейчас я его найду, короче. А тебе надо бы посмотреть там, на какой машине он ездит и как его зовут. Да я что-то про это. Я когда вот не в партии, я их там матерю, блин. Ну ты с этой шляпой поосторожнее, потому что одного типа так уже забанили вообще. Да. Не-не, я вежливо критикую. Но некоторые, когда начинают там, заткнись, такие вот слова, знаешь. А бывает вот так вот начнешь пару таких вот грубых слов скажешь, и тут же тебя выкидывает из игры. Это мне кажется так этого запрограммировано так. Когда вот fuck you или такое вот что-то говоришь. Говорит, вежливо, слышь, говорит, уважаемый, пошел нахуй. Это типа из серии, слышишь, это самое. Я вам в отцы гожусь, типа, маму твою ебал, блять, как бы вежливо. Это вообще что, блядь? Что-то у меня черный экран, пацаны. Ну ты походу завис, потому что факю сказал. А у меня фол в свободной игре опять вылез, слышишь? Да-да, меня тоже выкинуло фол. Капец, что за лажа? Будем этого типа сейчас одного ждать. Ну он походу и подвис, короче. Привет. Давайте-ка его дружно выкинем. А, не можем. Че, он там долго будет сидеть? Один ушел, сейчас все уйдут. Да. Давайте, короче, тоже вольнем, потому что он, походу, да. Не понимает. Так, ну что, классовые гонки тогда еще раз поставим.
Ну, может, короче, вы пацаны приглашайте. Может, не оба ринг попадется. Что попадется? Нордшлайфа. А-а-а. Северная петля. Зеленый ад. Это да. Ты ищешь, да, Димон? Да-да. Я тоже ищу. Но если кого первого? Так, я нашел это. Да, да, у меня тоже что-то. Так, а на чем я там на Ситроене хотел? Я на Lamborghini SV. 7 кругов этого дна, вообще капец. Не, это они уже ездят. Да-да, я в курсе, просто все равно, знаешь, если бы не повезло, мы бы тоже ее сейчас ездили. Я обожаю этот круг. О, Миха пришел. Сейчас он тоже придет. Что за Миха? Берет курю. Миха, да, мужик тоже 46 лет ему. Гоняет неплохо. Из Германии. Это который на Форде RS200? Нет, это который на Хонде NSX. 2005 года. Рад тройка он себя называет. А, я думал, он тут с нами сидит. Не, сейчас я его приглашу. Он заходит, он только в Форцу играет всегда, он другие игры не играет. У человека есть вкус. Да. Ну, Миха сам гонщик, у него C-лицензия. Он на этот вот Нюрбургринг он ездил, гонял. А, нет, это, наверное, сын его не включил, потому что он Форцу Горизонт включил. А Форца Горизонт это не такой симулятор, или как вот туда? Это аркада. Я не играл. Но она, конечно, красивая в открытом мире. А ты Fast and Furious? А кстати, Fast and Furious еще доступен в магазине, Андрюха. Ты можешь попробовать скачать. Horizon 2 Fast and Furious. Так у меня нету игры. Это бесплатно. Этой. Да блять, она отдельная. Она бесплатная была. Опа. О, Сильверстоун. Этот тренд S3, это не на нем Лёб Себастьян, чемпион был ралли? Не-не-не, там такие Ситроены не есть. Льюев маленький, 1.60 ростом. Полтора из них ноги нахуй, чтобы до педали доставать. Но гонщик он отменный. Сейчас на Туренваген рассекает. На Цитрене, кстати, опять. Так, что-то тут все понабирали, тут все. Фига себе. Nissan. Viper 13, 34 Nissan, Ferrari, Формула E, Lancia, KTM. Формула E такая шняга. Да не, если в принципе ее нормально настроить, она вообще шикарная. Она шикарная в поворотах, да, но она вот на разгон и максимальная скорость у нее. Да здесь-то и максимальная скорость нужна только на одной трассе. Так, а не, по-моему, она 250 или 240 у нее предел. Если не меньше.
Но этого хватает вполне, потому что ты в повороты заходишь чуть ли не под 200. Ну, как на формуле почти, да? Да-да, но она держит, конечно, трассу обалденно. Я не могу ее никак настроить нормально, чтобы что-то было. Так, ну я думаю, сейчас, короче, вот эту еще трассу проедем, как раз больше, чем полчаса уже будет, можно закончить запись и дальше нормально погонять, потом, может, еще, может, сегодня, может, завтра еще запись. Ох, какие у нее диски вообще прикольные, оранжевые такие. Поехали, блядь, Гагарин, нахуй. Я на Ламборгини. Ой, какая-то старая машинка какая-то с нами он ездит. Это, походу, Lotus картина. Ну вот она подперла, вообще капец. Формула эта, блин. Старая машинка, блядь. Ой, какой ты молодец, блядь. Просто, блядь, охуенный, блядь. Но он не специально тебя сбил. Да он Митяй, блядь, он же видит, что он, сука, через мою траекторию мог бы притормозить, блядь, насрал тут нахуй на всю трассу. Ничего себе, он попёр нас от запорожца. Так я говорю, блядь, еще один Митяй, сука, ебаный кошмар. А Димон-то все слышно, да, в этом? Ключе, да, или где там? Не, только мы это слышим. Не-не, в смысле, на записи будет слышно, да. Палево, но это похуй. И добавляет. Как бы извинения. Дура, куда ты едешь? Не, прикинь. Блин, я не могу на этом Ситроене его догнать, короче, хоть ты упади. Меня позбивали, я 14-й. Да я говорю, это все тут опездал, блядь, не сделал. Нет, ну на Ситроене, конечно, тут вообще делать нехер. Но все равно тачка красивая, можно покататься. О-о-о-о. Ламборгини вообще в поворотах не держит. Блять, догоняй, как ты меня, сука, догоняешь-то, упырь ебаный, а? Вы этой Хонде веди сейчас, блядь. Он меня избил, вот, наверное. Да я говорю, он урод, ну. Блин, а вообще с этого Ситроена тащусь, блин, такой классный. О, меня на один круг уже обогнал Вайпер. А, нет, один. Правильно посмотрел. Я уже хотел удивиться, это как так-то? Не, а я увидел, у него 11, а знаешь, свет свету, я только однёрку видал. Одна однёрка как-то в небе была засвечена. Так, меня тут что-то догоняет, я не пойму, что это такое. Возможно, какая-то Honda. Я прелюдию догнал Honda. А вообще огонь, конечно, тачка. Переднеприводная? Задний. Я задний сделал.
А ты вот слышал вот эти вот Mazda RX-7? Он иногда как у Формулы 1. Блин, треугольник схватил. Обидно. Ёпара, ничего ты воюешь, Пётр. Молодец. Я тут воюю, вообще с этим неудобом никогда. Я вижу, я вот за тобой еду, догоняю вас. Все, его развернуло. Ну, я что-то решил передачу подуронить, а тут что-то он меня заебал. А все, я его сбил. Он меня два раза сбил, я его тоже сбил. Ну, этот на лотусе, короче, на своем запорожце по прямым ништяк, а на поворотах я его догоняю так-то. Молодец, Пётр, в натуре. Не могу к управлению привыкнуть, он так рулится прикольно тоже. Хочу заранее зарулить, а он, оказывается, блин, рулит так, как я сказал, допустим. Классно, ты меня опять обогнал. Я пролетел, Ламборгини не держит нифига, блин, на тормозах. У тебя Diablo SV, да? Скачай мой тюнинг. Есть хороший. Вообще не держит. Этого сейчас убираем, Андрюха, с тобой. Вот этот поворот, где ты сейчас был, знаешь, там как надо делать? Вот прямую линию выбираешь, тормозишь перед этим и потом залетаешь. На, красиво, красиво, конечно. Так, 12.9, да? Ну, он 10.3 проехал. Нормально. Хорошее время. Где-то 11.5 я, наверное, на этом Ситроене сделал бы, если не тупил три круга подряд. Так, меня ну что? 15. Место 7, ёпты, нормально идёт. На этом мы, наверное, закончим на этой радужной ноте нашу запись. Если что, тогда чуть позже, может завтра, еще что-нибудь сделаем. Так что всем спасибо, до свидания. Пока всем, пока. Пока.